Чувашский край называют солнечной Чувашией и краем 100 000 песен и 100 000 вышивок. В этом году Чувашии празднуют 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Я с детства знаю много великих имен нашего края. Это Иван Яковлев, Константин Иванов, Василий Чапаев, Михаил Сеспель. По роду педагогической деятельности мне довелось также познакомиться и с другими великими именами Чувашии. Это Геннадий Никандрович Волков, советский российский педагог, писатель и основатель этнопедагогики. Геннадий Николаевич Айги, чувашский и всемирно известный поэт, переводчик. В этот праздник я желаю процветания нашей республики, счастья и гордости за свой край чувашскому народу. С праздником, дорогие земляки!